Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ տեսնում ենք, որ իրադարձությունները սրընթաց առաջ են շարժվում տարբեր դրսևորումներով։ Մոսկովյան հանդիպումից հետո մասնավորապես տեսնում ենք, որ կառավարությունը նախաձեռնել է հումանիտար շարասյան ուղարկում Արցախ եւ թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, մեր գործընկեր Հայկ Հովանիսյանը հետեւում է տեղում, պարբերաբար միանում է մեզ եւ ներկայացնում գետնի վրա իրավիճակը։ Իսկ ես այս պահին կմիանամ Ուկրաինա, Թբիլիսի կմիանամ եւ կզրուցեմ ռազմավարական վերլուծական վրացական կենտրոնի փորձագետ Վլադիմիր Կոպչակի հետ։ Добрый день, господин Копчак, как слышно? Приветствую, коллеги, приветствую, уважаемые зрители, вижу, слышу вас. Да. Ну и, конечно, главное событие – встреча Байрамов, Мирзиян в Москве. 25 июля в Москве состоялась встреча министров иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел России Сергея Лаврова вместе с Джахюном Байрамовым. И впечатление, что Россия выходит на шаг вперед в посредничестве, оставляя позади себя Запад. И, конечно, что у Москвы сегодня конкретная задача стоит выжить и остаться в регионе любой ценой. Ваши впечатления и от этой встречи, и от последующих заявлений? Я просто обожаю вопросы, которые по контенту гораздо глубже, чем последующий мой ответ на это дело. Вот, полностью согласен с вашим введением. Что бы я здесь выделил? На мой взгляд, самый показательный момент о том, что Москва вырвалась вперед, одинаково сейчас звучит как из Баку, из экспертных кругов, так и из Еревана. Для меня это наиболее показательный момент. Как ни парадоксально, я так не считаю. Ничего сенсационного не произошло. Давайте по пунктам. Москва сейчас сохраняет, скажем так, инструментарий давления, чтобы организовать встречу по вызову в Москву на уровне глав внешнеполитических ведомств. Ну, там главное то, что мне обозначили, что и лидеры двух стран в трехстороннем формате с Путиным когда-то встретятся в Москве с намеком на подписание чего-то, скажем так, в их логике мирного договора. Вот. Конечно же, хотелки Москвы сузились. С чего? Ну, длительное время, то есть, очевидно, мы пытались сбить альтернативные площадки, альтернативные повестки. Вашингтон-Брюссель по мирному переговору сейчас в нынешних условиях мы готовы подписание мирного договора, которое бы произошло в Российской Федерации. И там было три подписи, в некотором роде модернизированная бумага, трехстороннее соглашение от ноября 2020 года. При этом Москва сужает для себя, ну, все стороны в своих протоколах или отсылают, или ратуют за соблюдение известного трехстороннего соглашения. На деле ситуация обстоит таким образом, что свои хотелки Москва в рамках этой трехсторонней ночной бумаги сузила к вопросу, скажем так, гарантии пребывания российского военного контингента, читать военные базы на территории Карабаха. На остальные уступки в логике своей модерации Москва готова идти. С точки зрения интересов сторон Баку и Еревана, безусловно, у Баку позиция сильнее, потому что он сохраняет субъектность в плане давления на процессы, в том числе и на Москву, выторговывая для себя наиболее выгодные условия. Сразу, чтобы закончить этот блок, ничего удивительного в заявлении МИД по результатам этой встречи не прозвучало. Там за кадром остался один момент, главная точка утекания, как будет прописан и обозначен, скажем так, бессрочное пребывание, или, грубо говоря, там, до 25 года Баку так говорит, что не против, пусть будет. Вот. Как бессрочное пребывание, так называемых миротворцев, будет зафиксировано в Карабах. На мой взгляд, это ключевейший момент, подчеркивая логику Кремля. На фоне главной нерешаемой задачи – это гарантия безопасности граждан Карабаха, как потенциальных граждан Азербайджана. Так вижу проблему. Да, но очевидно, чтобы решить этот вопрос, Москва пойдет на всякие давления и уступки со стороны Армении, чтобы получить согласие Азербайджана на пребывание своих миротворцев на территории Нагорного Карабаха. Смотрите, ну, что касается продавливания
этого вопроса, здесь есть несколько моментов. Первый момент, он касается того, что очень нелегко, прежде всего, бессрочное пребывание своих так называемых миротворцев в Карабахе будет продавить в Баку. Я немножко владею дискурсом открытым, закрытым, внутренне экспертом на уровне общества и так далее. Это будет очень нелегко, потому что мы, скажем так, это будет непопулярный шаг со стороны Баку. С другой стороны, выторговывать Москва и поддавливать, может быть, может по каким направлениям. Она согласится на флаг Азербайджана в Карабахе, она согласится на замену маната вместо драма, она согласится, в конце концов, на мой взгляд, это базовый вопрос с точки зрения разблокировки и интересов обычных граждан. Россия может пойти на все виды обеспечения, не только по дороге Борис-Лачин, но и по дороге через Агдам, сверху по другому направлению, то, что сейчас продавливает Баку. Что касается интересов Армении, вы тут понимаете, в чем дело. Ага, они будут качать Никола Пашиняна, простите, незаконный путь, то есть разыгрывая определенную карту, чтобы мирный договор писан в Москве, они будут спекулировать на теме, ну раз уж сам Ереван отказывается, я цитирую их логику, от Карабаха, куда же нам уже смотреть по сторонам и так далее. То есть они будут работать на внутреннем поле, песня это известное, и проявление этого давления на Ереван мы сейчас наблюдаем, потому что и протест на территории Карабаха, я не отрицаю внутренний запрос населения на протест, на разблокировку дороги и так далее. Но как протесты, условно говоря, на площади Франции в Ереване, так и коммуникация с так называемыми властями на Горном Карабахе, она модерируется из Москвы в плане давления на Армению. Подпишется ли под такой вариант Ереван, мне сложно сказать. Но Москва будет заворачивать в том плане, что раз уже ставить под вопрос безопасность местного населения в Карабахе, пусть это будем мы, россияне, как безальтернативно. Как это будет ложиться во внутриармянский дискурс, я скорее слушатель, чем лектор. После московской встречи было принято решение, рабочая группа по гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе приняла решение доставить в Нагорный Карабах партию необходимых гуманитарных грузов весом около 400 тонн, и уже гуманитарный груз колонна достигла Горный Дёра. Но в то же время мы имеем заявление Государственной пограничной службы Азербайджана, что это будет рассматриваться как очередной провокационный акт. По вашему мнению, насколько это согласовано на трехсторонней встрече, доставка грузов и достигнет ли груз своей цели? Ну, смотрите, здесь я должен сказать, что есть два измерения. Первое – общечеловеческое. Я бы хотел, чтобы гуманитарный груз на эту территорию проехал. Чисто по-человечески это было бы правильно. После всех проверок и без эксцессов, которые были раньше. Следующий момент. Мне все-таки кажется, что Азербайджан будет продавливать этот вопрос как некую провокацию. Там публично он не будет говорить, что Москва здесь играет в четыре руки. То есть, с одной стороны, они выставляют себя безальтернативными гарантами безопасности для местного населения. С другой стороны, я даже не уверен, что то, что подъехало, как вы сказали, карнизоры, это общая линия официального Еревана на третьи переговоры и так далее. Поэтому здесь, с точки зрения, что вопрос именно с данным грузом будет решен быстро и оперативно, я здесь скорее скептик. В ближайшей перспективе я вижу решение этого вопроса, что грузы будут проходить, скажем так, в половинчатом варианте. Не считайте это за прогноз, но тем не менее, как через Агдан, так и через дорогу Борис-Лачин, который как половинчатое решение выхода из кризиса. Безусловно, в формате модерации между подпиваемыми мероприятиями. Вы сказали, что ничего особенного в заявлениях не прозвучало, но в то же время, по вашему мнению, что предпримет Запад на эти попытки московского урегулирования трека и московской инициативы? В то же время Мария Захарова резко осудила, я напомню, участие канадских наблюдателей в европейской на миссии, которая патрулирует по границу Армении и Азербайджана. Ну, всерьез воспринимать слова Марии Захарова в условиях, когда Министерство иностранных дел Российской Федерации является
офисом Громова, это зама администрации президента Путина, я бы всерьез здесь не стал. Это обязательная программа по дискредитации любых альтернативных, скажем так, гарантов безопасности, скорее пока потенциальных для Армении в данном случае и так далее. То есть то, что опорочивать там канадцев, европейцев и так далее, это как бы старая песня на главном, если хотите. Проблему я здесь вижу в том, что есть элемент недосказанности с точки зрения обеспечения безопасности Армении именно со стороны западных партнеров. Если мы уже говорим об усилении миссии, я подчеркиваю, на территории Армении, пусть она усиливается там с 200 человек до 2000, это на пользу всем игрокам в регионе, местным игрокам, в том числе Азербайджану, хотя он об этом пока публично не признается. Так я вижу эту проблему. Что касается моделирования Запада в форматах Вашингтон-Брюссель, ну, здесь нельзя исключать вариант, что в определенный момент там условный Блинкен, Либорель, они могут дать понять, отпустить ситуацию, что мы сделали все, что могли. И в конце концов, как я часто говорю, лотерейный билет должны купить в Баку и в Ереване. И в конце концов завязать коммуникацию двухсторонними, без посредников, имея прежде всего в виду Москву. То есть этот вариант тоже для себя исключать нельзя. Карты западные посредники выложили достаточно четко. С точки зрения гарантий армян Карабаха, они готовы, на мой взгляд, это моя субъективная оценка, даже к организации встречи по линии Баку представителей местного населения Карабаха на условиях Баку, чтобы это произошло на территории Азербайджана. Мы утыкаемся в базовую проблему, что уже общим местом стало говорить, монопольное право на телефон армян Карабаха находится в Москве, которая не хочет с ним расставаться и имеет инструменты, чтобы этого не произошло. Главная проблема, на мой взгляд, ссоры за такие банальности. Спасибо за интервью, господин Капчак. Нашем ваш онлайн-тесакапов зрюцетсинг Тбилиси, размаваракан верлюцутсян врацакан кентрони порцагет Владимир Копчакет. Шарнеке кирядарцутсунների заргацмана хетавел арачин дратвакан етерум.